Как говорится, сегодня мы будем играть в Undertale. О, кстати, господа. Приветики, господа, с вами я, ваша любимая Ультракоплей, и сегодня буду играть в Undertale. Ну что ж, поехали. Я просто... Офигел. От всего происходящего мне надо сюда. И мне нужно... О, за мной наблюдают. За мной наблюдают. Это ты? Слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Ага. Ага. Так, а вот так где? Сейчас будет это... Мацебельное. Блин. О, боже мой. Я не ожидала, что тут такое. Я не приняла душ, едва первого. Привет! Я доктор Альфред, ученый Асгора. Но, я не одна из плохих ребят. На самом деле, сразу после твоего выхода из руин я наблюдала за твоим путешествием через свой консоль. За твоими сражениями, за твоей дружбой, за всем. Теперь я собирался остановить тебя, но наблюдая за кем-то через экран, заставляет тебе приобретаться к ним. Итак, теперь я хочу помочь тебе. Используя свои знания, я легко проводу тебе через экран. Я знаю верный путь в замок Асгора. Никаких проблем. Но вообще-то, мне не кровь и проблем. Но на давно я создала руку Анна. Давай все пропускать. Потому что мы уже тут были. Ты тоже это слышишь? Или мне показалось? О, нет. О, да. Добро пожаловать. Ой. Thank you.
Thank you.
идеальное место. Господа, господа, если честно, давайте мы на этом мы с вами закончим. Всем бай, увидимся в следующих сериях.